Привет всем! Сейчас небольшое задание для вас. Я хочу, чтобы вы изменили разметку так, чтобы приложение выглядело таким образом. Кнопка должна быть немного выше, и ширина этой кнопки должна быть на весь экран с небольшими margins справа и слева. Цвет кнопки должен быть черным и цвет текста белым. Также изображение Magic 8 Ball должно быть сдвинуто немного вверх. И также, как видите, топ-панели наши, Action Bar и Status Bar, также черного цвета. Итак, попробуйте сделать это самостоятельно. И, конечно, мы сделаем это вместе в следующем видео.